Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Kia Ceed. Делаем жидкие подкрылки. Арка задняя уже готова. Показываем конечный результат. Такой у нас нанесен сплошной ковер. Толщина его достигает 4 мм. Также данный компонент служит как и защита от коррозии и ржавчины металла. Также пока ждем, пока это все подсыхает у нас, мы клеим в подарок штатной подкрылки такой вот шумопоглотитель. Он двухкомпонентный, видите, черный это у нас вибро, серый это шума. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, справа от меня голый, слева обработан. Вот такая вот колоссальная разница. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!